Места, где инициативные группы могут проводить пикеты по сбору подписей за выдвижение своего представителя кандидатом в президенты Республики Беларусь, обозначены местными исполкомами. Отдать свой голос можно и в общественных приемных. Подписываться в поддержку претендентов вправе лица, обладающие избирательным правом, граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. При этом один человек может поставить подпись в поддержку нескольких потенциальных кандидатов. Сегодняшнее законодательство, в принципе, оно позволяет каждому желающему то ли на президентских выборах, то ли на парламентских или в местные советы выставлять свою кандидатуру и пытаться, так сказать, выйти и бороться за мандат депутата или на сегодняшний день президентский мандат. Я считаю, что для этого сегодня у нас в стране все условия созданы. Члены инициативных групп отмечают, белорусы имеют активную гражданскую позицию. Поставить подпись за выдвижение того или иного кандидата в президенты для большинства шаг важный и очень ответственный. Ведь от выбора каждого отдельного человека зависит общее будущее страны. Работа проходит очень живо, оживленно. Идет общение с людьми. Общение полезное, обоюдно полезное. И вы знаете, в большинстве своем, конечно, люди проявляют свою активную жизненную позицию. Люди говорят спасибо за то, что сегодня мы живем в прекрасной, замечательной, суверенной стране. Я выбираю процветающую Беларусь, выбираю достойную жизнь для себя, для своей семьи и для своих детей в будущем. Поэтому пришла сегодня. Почему именно сегодня? Потому что... Какая разница, в принципе? Мое мнение уже не поменяется, и мнение мое осознанное, выбранное. Поэтому плюс сегодня день очень хороший, погода хорошая, светло, ярко. Выходной день, прогуляться, заодно зайти, проголосовать, поставить подпись, почему бы нет. Своим конституционным правом воспользовался и один из самых популярных брещан Виктор Кирисюк. Хотя его официальное паспортное имя знают наверняка немногие, чаще узнают по специальной форме и роду деятельности. Знаменитый фонарщик уже 6 лет зажигает огни ночного города на Брестском Арбате. Мужчина уверен в своем решении, мнение сформировал уже давно, а потому и росчерк пера решил поставить буквально в первые дни. К слову, в этот же день случилось еще одно значимое для Виктора Петровича событие. Он был торжественно принят в стройные ряды организации «Белая Русь». Должна быть твердая позиция людей. Должны голосовать за президента, кто тебе нравится там, или кого ты хочешь выбрать. Чтобы была стабильность какая-то. Вот такая. Человек должен строить как бы сам свое будущее. Для того, чтобы человек, за которого агитирует инициативная группа, был зарегистрирован в качестве кандидата на главный государственный пост, его представителям необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Время для этого еще есть. Последний день данного этапа избирательной кампании – 21 августа, после чего все подписи на подлинность проверит Центральная избирательная комиссия.